Всем привет, с вами снова я, OxyPlay, и сегодня мы поиграем в Brawl Stars. А мы поиграем в режим захват кристаллов. Потом, может, еще в какой-то поиграем. Меня сразу же убивают. И это очень плохо. Но наша команда пока выигрывает. Так, отлично, хилимся. Так, не получилось у нас хилиться. Сюда перебегаем. Нет. Сам хилимся. Это девочка. Очень сильно понятно. Ладненько. У меня вообще кристаллов ноль. Я так чисто деф. Так, просто убегаем. Все, прячься в кусты. Нет, пацан. Не надо. Опять. Зачем убегать? И мы выиграли. Плюс 5 кубков. И звездный жетон. Сейчас мы откроем новое событие. И откроем с вами сундук. Также посмотрим, что у нас... Вот, тут есть бесплатный сундук. Отлично. Так, мы можем купить розу, конечно же. Покупаем розу обязательно. Но ниту мы не будем покупать. Ну, була можно. Но этого тоже не будем. Сейчас посмотрим, что у нас там по бойцам. Конечно же, улучшаем розу. Улучшаем була. Я сейчас холодильник. Она мне хватит. Ну все, теперь играем в столкновение в парни. Ждем. Сразу же бежим к ящику. Ну чё, ФКшер? Это плохо. Я не хочу играть в команде с ФКшером. Всё-таки... Ну, это парное столкновение. Правда, ФКшер. А, нет. Ожил. Его убили сразу же. Ладно, посидим в кустах, подождем его. Так, нету поблизости ящиков. Нету. Ладно, так, все, спавнись. Надо было тоже розу поставить. Вот так. Так, бери. О, это мне. Ну как ты забрала? Нет! Я должна жить. Я обязана жить. Ты просто обязана жить. Нет! Я не буду жить. Меня убили. Но все равно у нас второе место. И это тоже нормально. Звездный жетон.
Потому что второе место это как бы победа такая. Ну, давайте еще и в ограбление сыграем. О, нет, мы можем большой ящик открыть. Ой, новый персонаж. Дэвил. Сверхредкий. Прикольный. Давайте поиграем им. Заодно посмотрим, что он может. Если хотите, я могу записывать еще. Ну, как я испытываю персонажа. Еще до конца не поняла, конечно, всю суть, но, по-моему, какой-то очень странный персонаж. И нам ломают сейф. Так, а что делает мой сейф? Угу. А, ну я просто перемещаюсь. Если вы хотите, чтобы следующее видео было испытание ну, какого-нибудь пирса, то напишите это в комментариях. И напишите, какого. Кого испытывать. Я его убить не могу. Так, я его убила. Ну, я буду стоять просто на дефе. Пусть они мои союзники идут и ломают им сейф. Отлично. Так, я там на яде стою. Отлично. И мы, скорее всего, проиграем. Ну да, не скорее всего, а точно. Все, мы проиграем. Нам разрушили. Ну, на этом мы заканчиваем наше видео. Если вы хотите, чтобы я все-таки испытала какого-нибудь бойца, то напишите об этом в комментариях. И всем пока!